Архитекторы по профессии, художники в душе. Юлия Яконюк и Джонатан Карпицкий задумали сделать совместную выставку около полугода назад. А выразить свое творческое начало авторы решили через портреты людей. Смело, ярко, современно. Такими словами можно описать каждое из полотен. И в этом буйстве красок заложены такие же яркие эмоции и идеи мастеров кисти. Мы работаем в технике спонтанный реализм. Это реалистичные портреты, в основном у нас портреты, но мы передаем их с другими, ну, то есть не реалистичными красками, да, а яркими какими-то, теми цветами, которые вызывают у нас какие-то либо там чувства и эмоции. Молодые художники идут на выставочное пространство города Бреста, они показывают о себе, заявляют о себе, показывают свои работы, свое творчество. И я уверена, что это не последняя выставка этих художников. Она первая не вместе, первая в нашем зале и не последняя. Почему? Потому что я уверена, что на протяжении многих лет они будут выставляться, они будут показывать о своем развитии, о своем... Сейчас у них портреты, буйство красок, портреты. Далее будет, я надеюсь, что-то другое. 18 портретов, любой из которых так или иначе передает настроение самого автора. Глаза, как зеркало, отражают внутренний мир каждого из героев. А порой картина является собирательным образом, передающим общее впечатление. У меня вся семья, все врачи. Я хотел как-то картину посвятить им. И я решил сделать просто силу от глаз. А глазами хирурга это, собственно, вот то, что мы видим. Это красные пятна абстрактные, а голубая полоса – это символизирует халаты, халаты хирургов. Все полотна написаны художниками в свободное от основной работы время. Одни портреты выполнялись на заказ, другие возникли спонтанно, но все без исключения выполнены акриловыми красками. А присоединиться к празднику красок брестчане и гости города смогут до 9 мая.